На одном из концертов в ДК машиностроителей я случайно в вестибюле встретился с одним важным первокурсником нашего универа. Завязался разговор. Он взял на себя смелость объяснить мне, ну, прямо скажем, уже не молодому человеку, почему его поколение не понимает мое, старшее поколение. Вы выросли в другом мире, на самом деле почти примитивном, сказал студент достаточно громко, чтобы услышали рядом стоящие люди. Современная молодежь гораздо более продвинутая, чем люди вашего возраста. Мы выросли на телевидении, реактивных самолетах, интернете. У нас есть мобильные телефоны, атомная энергия, электромобили, компьютеры и автоматизированное производство. А сегодня даже искусственный интеллект. Студент сделал паузу, чтобы сделать глоток пива. Я воспользовался паузой в проповеди студента и сказал: «Ты прав, сынок. У нас не было всего этого в детстве, не было всего этого и в нашей молодости, поэтому мы все это изобрели. А теперь ты, молодой и высокомерный засранец, что ты сделал для следующего поколения?»